Привет, друзья! Вы находитесь на канале iHouse Термоплюс, с вами Олег Кузьмичев. И сегодня тема нашего обзора – как сделать декор на фасаде вашего дома. Декор в основном делают в 99% случаев из пенопласта, но в этом ролике мы вам покажем, как сделать декор. И мы будем делать декор из пир-плит 50 мм с обкладкой стеклохолст. Это уже у нас третий объект с таким декором. Делать элементы декора на фасаде здания – выбор каждого. Делается декор. Кому-то нравится, чтобы подчеркнуть архитектуру вашего здания или дома. Второе – для утепления каких-то элементов дополнительного. В нашем случае это углы. Обратим внимание на архитектуру старых зданий. Мы видим более толстые угловые зоны. Это сделано для того, чтобы повысить теплосопротивление этого узла конструкции здания. Здесь у нас пир-плита 120 мм, и сюда мы еще приклеиваем пир-плиту 50 мм. У нас она получается, толщина здесь 170 мм на угле. Единственное, работать она не будет как полтинник, потому что мы приклеиваем уже на цементный клей. Вот он у нас цементный клей, это базовый слой штукатурки. И он у нас заходит внутрь плиты. Она у нас будет работать как двадцатка, скорее всего, но не более. Здесь мы делаем декор углов здания. Вот у нас с одной стороны, с левой у нас сделан вчера. И уже сегодня начали делать с правой стороны. Скажи, как будет выглядеть шипас. Вот. Вот так он выглядит. Так у нас сделано под гребенку основание, нанесено стены. Вот здесь, вот у самого края, нежелательно. Здесь лучше нанести пену. Потому что если вот этот клей вылезет сюда, то у вас будет он заходить как мостик холода. В любой утеплитель надо клей втирать. А у пир-плиты еще вот эта обкладка стеклохолст, она такая воздушная. Тогда будет адгезия очень хорошая. Нанесли мы клей под гребенку на утеплитель. По краям немножко клея можно нанести. Это по наружным краям, где у нас нету, не соприкасается сейчас с этим утеплителем. Мы сейчас не будем намазывать, заполнять это все клеем для теплоизоляции, так как мы вам сейчас покажем просто, как будет выглядеть. Ну или раствор после снятия утеплителя. Давай прикладываем его. Прикладываем вот так же, как плитку. Плиточник прикладывает. Если мы сбоку будем смотреть, то у нас... Вот, смотрите, как он равномерно ее прикладывает. Вот он равномерно ее прикладывает. Вот у нас. Конечно. В чем прелесть именно пир-плит? Их можно простукивать по отношению, например, к пенопласту. Пенопласт, он мягкий, он начинает крошиться. А здесь мы их простукиваем. А если мы вешаем на грибы, то мы еще и зажимаем посередине грибами. Смотрите, никакой ступеньки у нас нету. Сейчас я вам покажу. Если у пенопласта будет зуб внизу, то его, в принципе, срезают. И у нас вот примерно это так выглядит. Вот. Все это, видите, весь клей у нас. Дальше, вот самое главное, вот это все вот так делать, чтобы у вас на утеплитель не попал клей.
Ну а теперь снимаем и смотрим. У нас вот здесь будет небольшой непроклейк, вот в этой стороне, вот здесь вот даже его видно. Потому что здесь у нас будет заполнено пеной, чтобы вот сюда клей не зашел. Смотрим. Кстати, оторвать ее уже будет проблематично. Она как присоска присосалась. Ой, только не сломай. Давай ее потихонечку, потихонечку. Вот она держится как. Кто-то говорит, что там она должна свалиться. Кстати, вот когда потолок клеили утеплителем, вот так же прилипает. Идет потихоньку. Вот смотрим, что у нас получилось. Смотрим, что у нас получилось на утеплителе. И смотрим, что у нас получилось на стене. Вот то, что я вам говорил. Не должно вот сюда этот клей попасть. В принципе, все понятно. Теперь пропениваем. Борис повторяет эту операцию второй раз. За это Борису надо поставить обязательно что? Лайк обязательно надо поставить. Вот мы говорили вот про эти места. Вот здесь заполняется пеной. Вот это место. Вот это место тоже заполняется. Вот я вам показывал, что здесь нету. Потому что если мы здесь заполним клеем цементным, то у нас здесь будет просто мостик холода. Уже пена, покажи, созрела. Ну вот она, видно, что созрела. Вот смотрим. Опять. Подводим ее аккуратненько. И в принципе всей плоскостью вот так аккуратненько приклеиваем. Вот смотрите, у нас равномерно. Плиточники так ложат плитку. Профессионалы. Давай, Борь. Вот у нас получилось. Смотрите. Пенка здесь вышла. Ну, сразу говорю, здесь ее срезать надо и потом шприцевать. Смотрите у нас. Клей вышел. С грибами это намного проще. Гриб его еще прижимает. И он как пресс выдавливает этот клей по сторонам. Все. Проверяем, как у нас уголок стоит. Смотрите, он ровненько. Ну, у нас стены изначально были ровные. Показываю, как производится дополнительное шприцевание. То есть мы здесь срезали пену. И вот смотрите, вот так вставляем носик. И вот видите, у нас выходит. Мы заполняем все пустоты. Вот так происходит. Засунули вот здесь, поставили носик здесь, поднялась на 3 сантиметра выше. Два вида клея мы используем на наших объектах. Наносим уголок с одной стороны, наносим уголок с другой стороны, наносим уголок снизу. Все это замазываем клеем. И потом на всю ширину колонны наносим фасадную сетку. Вот в таком порядке. И у нас вот получается вот такой вот декор. И заодно сразу утепление углов дополнительное. Дорогие друзья, спасибо за ваши лайки, комментарии. Делитесь, пожалуйста, видео. Кто первый раз попал к нам на канал, заходите в раздел плейлисты. Смотрите, у нас очень много интересных разделов плейлистов. Спасибо спонсорам первого, второго уровня нашего канала. Также, кто хочет увидеть, как делать правильное утепление фасада, зайдите в плейлист
утепление фасада зданий от А до Я. И там есть эксклюзивные видео. Там единственное, нужно стать спонсором 4 уровня. Кому нужна реклама на нашем канале, прям видео вставленное, можете стать спонсором 5 уровня. Итак, дорогие друзья, делитесь видео. Всем пока. До новых встреч. С вами был Олег Кузьмичев.